И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем игрушку, называется Кровавая Пати. Димончик, поздравайся. Всем привет. Короче, Димон нашел здесь классную кнопку танцевать. И мы будем сегодня танцевать, особенно вот этот танец, ребята, если вам нравится, ставьте лайк. А вот это нравится, ребята, вам танец, смотрите. Во. Ля-ля-ля-ля-ля. Это, короче, говорит, как ты относишься к хейтерам? Вот им танец я станцую. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, а мы с Диманчиком будем начинать выживать. Короче. Блин, это весело. Дядя Вас, подожди, смотри, что я могу делать с тобой. Давай. Ой, что-то... Не то. Стой, я не могу почему-то... Не нажимается кнопки. Ладно, давай будем начинать. Я прохожу, Димончик. Ой. Воу, воу. Че, я теперь как вот, паук? Смотри. А как Ой. Пройти здесь, Димон? А здесь надо просто на дурака. Смотри. На дурацкого дурака, смотри. Воу. Надо голову кинуть, скорее всего. Ты думаешь? О, да. Кидай голову, Димас. Сейчас кину. А, провалился. Блин, кинул голову и взорвался. Давай я подожду, давай вместе. Бегу со всей силы. Я сейчас тут перепрыгну, Дима, смотри, как я сейчас делаю, смотри. Давай. Сейчас. Ты голову сейчас пополнится. Давай, голову. Ого. Красава, блин, Ксюшка бегает здесь, все бегают. Как тебе, Вас, ловушка? Оп. Классная. Погнали, Димончик. Смотри. Инть. Я тебя сейчас бить буду. Вот тебе. Танцуем сегодня. Похлопаем. Оп. Ладно, я пошел. Давай. Ай, дед. Иди сюда. Ах ты вот так, да? На. Ты живой? Ладно, не буду тебя дальше пилить. Пошли. Тут чекпоинт. Колбаса ползет. Ну смотри, как я сейчас тут пройду. А! У-у-у! Тихо, ползи. Эть. А, голова. Голова, ах, пила. Димончик, там сложно. Я в курсе. А, рядом. Блин, на последнем испытании проиграл, так нечестно. Ай-яй. Мой чекпо... Блин, Димон, я понял, где ты проиграл. Там низко, короче, это кабака. А, блин, что так сложно? Да ничего не сложно. Сложно. Не сложно. Блин, сложно, Димон, сложно. Сейчас попробую, ребята, на дурачка пройти, смотрите. Скилл дурачка работает всегда. Это не считается. На первой же ловушке меня отфигачили. Блин. Ты уже дошел до чекпоинта, Димончик? Нет, я за тебя. Какой дошел? Ага. А! Давай я возражусь, подожду тебя здесь. А я знаю, что буду... Блин, не знаю. Мне так нравится этот танец. У нас сегодня аэробика под музыку. Куда идешь ты, Димас? Ты не туда шел. Не в ту сторону. Понял. А куда надо? Надо туда, куда я иду. Ай, блин. Бедная моя голова. О, чекпоинт. Давай я тебя подожду. Сейчас. Ай, кувалда, не бей меня. Вставай. Побежали. Давай. Эх. Ты чё за карлик такой? А чё ты такой маленький? Да вот такой вот какой-то. Ай, блин. Ложка еще по башке, внимание. Слабовенько. Есть, Димончик!
На. Кстати, Димон, не так уж и легко, я на дурачка прошел. Да я так и понял. Вот тут сейчас, мне кажется, тебя молоток выбьет. Смотри, а. Красиво ты в воздухе. Красиво я в воздухе. Вот дерьма. Вот тут, да, вот тут, да не, успеешь. Yeah. Вот, видишь? Молодчик. Давай, давай, Дима, стопай. Иду, иду, иду. Фух. Блин, ребята, классная карта. Отвали от меня. О! С одного раза убил меня, что ли? А я еще живой, только не могу двигаться. Так. А, может, надо распилить, чтобы лучше идти, не? Ой, да. У меня в воздухе подпилило. Так. Чпоньк. Чпоньк. Только это там китайцы. Ого, здесь. Так. Димас, Димон, будет творится? Сложно. Ты готов? Не, я живой. А, кстати, хорошая идея, Димон. Я понял, как здесь можно пройти. Нет, нет, нет. Блин, на дурака дошел, попробую. До чекпоинта дошел. Я на дурака. Блин, да что такое? Как заскриптовано, что ли? Одинаково все происходит. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Если нет, тогда дойду. Придется... Так как играть меня хочет. Блин, получилось. Получилось? Все, я понял. Тут можно спокойненько головой так пройти даже. О. Ой. Да, давай, давай, ко мне топай. Иду. Давай. Воу, прошел, ребята. Конечно, это было жестко, но прикольно. Так. Батут. Ой. Блин, прикольно. И бат. Блин, ты чё? Батут. Давай, чувак. Ай, мне кувал. Да. Это было не очень-то приятно. Во. Вот. О, есть. Здесь Димас очень сложно будет. О, это, я даже тебя, Димас, подожду, потому что там будет дальше офигеть как сложно. Блин, меня кишки откинуло. Я видел, классно. Это было как-то непривычно. О, а там, я видел, 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 чекпоинт вроде бы. Не хватило энергии у меня. Так. Не, сейчас я смогу, вот сейчас 100% смогу. Блин, вот это переигрывать, конечно, неприкольно, но блин. В этом и есть смысл игры. Я с первого раза прохожу, Димас. Спокойненько. Эти батуты самое легкое, то, что я проходил. Так. Вот с колючками это уже потруднее, согласен. Знаешь, что там в колючках? Надо на каждый трамплин прыгать в самый уголок, понял? Сам, в самый-самый уголок прыгать надо. И тогда есть, сможешь... Димончик! Ты выиграл! Да, ты не прошел еще! Ты проиграешь, Ребята, буду веселиться! Давай, Димончик, проигрывай! Я вот так сам... А я, Димон, с этого батута сразу на тот прыгай! Ты понял? Я вот так сразу на этот батут прыгаю с того. Вот смотри, попробуй сейчас. У тебя получится. С этого? Давай, с этого и сразу на дальний замолот. Во-во-во-во-во. Вот так оно рассчитано. А нет, так не рассчитано. Блин, ребята, ставьте лайк, прикольно же. А Димон, это я тебе видишь, какой лайфхак подсказываю? А так ты не знал. Лайфхак. Со своими лайфхайками. Лайками. Так. А как ты тут спустился в самый низ? Я просто упал сразу на этот. Вот прям трупом упал на финиш и все. Только это вариант. Да ты читмен. Не-не-не, хитмен. Хитмен, да. Ну-ну-ну-ну-ну. А, чувак, ты куда? Нет, ты, Димас, контрол зажми. Во. Так, 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 так. Время у тебя еще 34 минуты. О! Есть, Димон! Красавчик, прошел. Это типа башня какая-то. Типа здоровая, да. Здоровенная башня. Здоровенная. Сейчас поднимемся на эту башенку. Так, ого, башня тут, офигеть.
Как мы, Димас, на нее поднимемся, мне интересно. Вот так вот. Не, как быстро. А, не, не так. О, тут надо завороты делать, повороты. И... А, и... О, ух, отлично. Походу, она без чекпоинта даже. Блин, ну что-то мне не сильно так... Это башня этим... паркура. Башня паркура. Угу. А я вот вначале вроде проиграю, а потом еще и выиграю. Не, вот в этот раз точно я проиграю. Я злой сам на себя. Димас, а ты можешь по правую сторону идти? По правой стороне легче, чем... Нет, нифига. Забирай свои слова. Ты на зеленый кубик не допрыгнул, Диман? Я в самом начале даже не допрыгнул. Димас, так что это... Такого нуба... Встретишь. Надо еще. Давай, чтобы друг другу не мешать. Фух. Фу. Вот до этой штуки дошел, а я дальше не мог дойти. Тут я, короче, не допрыгнул. Там, а где этот чекпоинт? А вот нету. Это что, со два раза надо типа пройти? Ну, походу. Димас, ты читер. Да, чувак, какой вставай. Читер? Я сейчас тут тоже, Диман, сольюсь. Хватит дрыхнуть. Дрыхнет и дрыхнет уже, надоело. Вот эти кубики розовенькие меня напрягают. Сейчас, короче, я тебя догоню, Димас. 100%. Да, блин, я сейчас боюсь, что если упаду, я заново буду. Мне что-то карты, где надо вот так все заново делать, не сильно удобно. А ты, Димас, сосредоточься. Ага. Где чекпоинт? Разработчики. Вы издеваетесь, что ли? А вот тут чекпоинта нет. Ого, Диман, я его вижу очень далеко. Где? Показывай. А увидишь сейчас, когда поднимешься высоко. Блин. Жесть. Тут вот можно упасть. Надо смотреть под ноги. Да. Тут, короче, эти кубики. И тут между кубиками дырки всякие. Да. Блин, ну тут куда? Ого, что туда надо. Фух. Если я упаду, я ее переигрывать не буду. Я говорю сразу, ребят. Я ее переигрывать не буду, эту карту. Я не сумасшедший. Вы что? А я сумасшедший. Не. О, нет, там эти кабаки, Димон. Да ну нафиг, мы так не разработчики. О, я голову отпилил и присоединился. Вот так дурачкам везет. Кстати, Димон, склеилась как новая. Фух. А, мне ботинок подрезало, смотри. Ботинка нету. Разработчики, где чекпоинт? Вы что? Это да. Только, Дима, давай без бензопил, потому что реально не хочется переигрывать. Вот, надо долететь до туда. Во, еще и долететь. Нет! Да. Да ну тебя, Димас, я не буду переигрывать. Ребята, я прошел! Я прошел! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!